Ходили, да? Покупали креветки, да? Нет, тебя жду. Короткое видео об этом. Смотрите, салаты. Это солености, это такие салаты. Быстренько пробегусь. По салатам это ужин. Шведский стол. Ну, в принципе, все есть. Это супик вот такой. Часто он бывает с курятиной. Суп. Рис. Фасоль. Или такая мелкая. Значит, это так фаршированы сухарями. Сладкий перец. Это такое на пару. Это интересное такое с сыром. Такие слоечки. Это картофель. Патата такая запеченная. Это курица. Да, смотрите, хорошо человек делает. Да. И это делается паста. Паста. Так, так, так. Смотрите, по сладкому. Все, шведский стол. Часто бывают апельсинчики. И вот такое это. Да, шеф-повар приносит мне лимон. Лимон иногда нету. Сэмки.